А Яков пошел путем своим и взглянул, увидел ополчение Божие, ополчившееся. И встретили его ангелы Божии. Яков увидел их, сказал: это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Яков перед собою вестника, брату своему Исаву, в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Якову и сказали: мы хотели к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Яков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов 2 стана. И сказал Яков: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Яков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана, избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его. Чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое. Как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было. И послал подарок Исаву брату своему: 200 коз, 200 козлов, 200 овец, 200 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо,
и сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет пред тобою, то скажи: раба твоего Якова, это подарок, посланный господину моему Исаву». Вот. И сам он за нами идет. То же, что первому приказал он, и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исау, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Яков идет за нами». Ибо он сказал сам в себе: «Умилостлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Спросил Яков, говоря: «Скажи мне имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно», и благословил его там. И нарек Яков ему место тому Венуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра. Потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра. Потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова.